И сейчас покажем последствия чудовищной аварии в Кирове. Лесовоз на полном ходу врезался в частный дом, сбил насмерть пешехода и протаранил иномарку. Вот эти кадры. От бани и забора остались одни руины. Повсюду разбросаны бревна. Постройка накренилась. Внедорожник от удара перевернулся на крышу. В момент ЧП на участке никого не было. Только пес. К сожалению, огромная машина снесла вольер. И питомец погиб. От того, что увидели владельцы, когда вернулись, потеряли дар речи. Дом, он не застрахован, поэтому ущерб, ну, я так считаю. Не знаю, 1,3 миллиона, наверное, может быть, больше. Сотрудники ГИБДД, которые тут же прибыли на место, уже установили виновника аварии, водитель большегруза. Водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением и совершил наезд на настоящий автомобиль «Шевроле Кросс», а также пешехода, который находился рядом с автомобилем. Шофер лесовоза пострадал, сейчас он в больнице. В адекватном ли состоянии был этот человек и в чем истинная причина ЧП, предстоит выяснить правоохранителям.